Накануне президент Татарстана Рустам Миниханов посетил строящийся комбинат питания Универсиады. Это централизованная база, где будет готовиться и храниться вся еда для участников летних студенческих игр. Овощи, птицы, рыба, мясо, всего более 1000 наименований продуктов в переработанном виде будут поступать в горячий цех. После термической обработки и приготовления блюда упакуют, распределят в холодильные камеры суточного хранения, а затем отправят к месту назначения. Оборудование для комбината поступит в феврале, а после 8 марта приготовят в тестовом режиме первые блюда. Президент Татарстана подчеркнул, что этот комбинат надо активно использовать и после игр. Самое главное, чтобы этот комплекс был задействован для питания наших школ, вуз и больницы, отметил глава республики.